Сорт перца Хабанера Девил Тунгуй Ред. Это переводится как хабанера — язык дьявола красный. Красный язык дьявола. Смотрите, какой урожайный сорт перца. Очень. На нем перчиков густо. Довольно-таки приличной высоты. Где-то сантиметров, наверное, 80 в высоту. Вот. Очень большое количество плодов у него. Такие вот. Когда солнышко светит, плохо видно. Такие вот сейчас вот я покажу, зеленые. Продолговатые плоды такие вот. Смотрите, сколько их тут. Очень интересный. Острый сорт перца. Острота у него от 2500 до 500 000. Такой красивый, интересный сорт. Видите, какой он весь такой помятый. Очень-очень много на нем плодов завязано. Да, плохо солнце свечит, плохо видно. Куст может быть высотой от 60 до метра. Был выведен он в Пенсильвании, США. Вот такие вот плоды. Сейчас я сорву, покажу. Вкус пряно-фруктовый. Очень острый сорт. Все-таки 500 000 это немало. Такие красавцы. Ароматный перчик. Его можно выращивать как в открытом грунте, так в теплицах. Также можно выращивать его на подоконнике. Только на 30 лет надо будет сформировать кустик. Срок созревания этого перца 80-90 дней. Такой вот красавец. Вкус пряно-острый, я уже говорил. Такие красивые плоды. Посмотрите, какой красный. Очень высокоурожайный, очень много плодов. Очень острых. О, такие вот. Здесь положить. Сейчас я сорвусь. Здесь вот такие мелкие, чуть крупнее. Влаги не хватает. Вот такие плодики. Вот есть некоторые вообще. Вон какие красавцы в размере. Очень много плодов. Можно выращивать у себя дома, если вы любите сверхострые соусы. Это как раз для вас. Какой необычный перец.